Да, конечно, за прошлую игру обидно. Вроде как стреляю, но стратегического преимущества нет. Да вот когда у тебя скаут там был, напарник не помог тебе снизу. Так, напарник, боже, лабораторный крыс один. Найс, играю. Мне казалось, что у него был пистолет, и он просто убежал в другую сторону. Не, ну а чё, тимплей же. Я его продаю, он меня как бы. Да чё на него рассчитывает? У меня ППшка есть, ППшка есть. Сейчас убью. Понял, иду. Пошли, ППшку тебе откроем. Двое на льду стреляются. Нет, они минируют друг друга. Ладно, проходим так. Ладно, давай ППшку тебе откроем, пока есть шанс. Хватай, хватай вот оружие. А то у меня один из патронов осталось. Я думаю, пока нет смысла больше. Да, 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 да. Наверное, сейчас поэкономим. А, вот, отлично. Так, ты уже готов, да? Я тут дробаш стоял. Держи, держи, пос... шприц, держи. Там у меня два есть. А, все. Боже, я даже не понял, как он вторым и третьим выстрелом не попал бы. Полетел, да? Еще один в доме. Фу, ты мне прыжки никак не летят. Его зовут... Патроны нужны? Сейчас, чуть попозже. Я тогда заберу пока. О. Надо их зону съесть все равно. Нет, патроны кончились. Блин. Вижу чувака, сейчас попробую в спину вылететь. Убил твоего. А, ты стрелял. Смотри, тут ППшка где-то видел, пока летел вот на земле. А, вон двое. А я рискую. Давай. Нет, не рискую. Двое еще впереди, да. Бля. Я думаю, может разделиться. Я в доме сам или... Я не знаю. Надо как-то почистить этот сектор. Они идут за нами. Один голый. Вот тут еще двое с другой стороны. В спину ему можно, конечно, прыгнуть. Да они видят нас, как бы. Ну меня, во всяком случае, точно видит. Ну давай сверху меня скоординируй тогда. Ок. Так, меня пока их потерял, но слышу звуки с другой стороны, плюс этот шар, купол. Ага. Да, он уже внизу под тобой обошел. Ой. Сорян, что я не увидел. А он на шифте был. Вон, да. Ага. Вижу, я буду. Так, одного убил. Хорош. Тут патроны есть. Попочуть возьму. Потому что у меня нету мин. Так, я попробую залутать, там не было второго, да? Есть. Их они оба. Ну как оба? Я это убиваю, там еще эти. А где ты его убил, я что-то не понял.
Да вот, вот тут, смотри. А, он там уж. Не мог что-то пролететь. Не, это ко мне мины прилетели. Можешь это разбить, я сейчас приду заберу. Я понял, ну дрон тупит, как бы. Ага. А, все. Вот еще один, да? Ладно, пока. Где патроны? Вот здесь? Да. А, он нашел. Так, куда же мне улететь? На озеро пока? Не, на озеро идут. Ну, может, я не знаю, ко мне рискну. Дрон тут застрял. А он там, по идее, должен был запрыгнуть, прыгнуть, скинуть. Это мой там все бьется, тут, да? Не знаю, наверное. Тут дверь открывала. Туда-сюда. Ага. Либо вот это, либо вот эта дверь. Аирдроп вот тут можно. Так, где тут мои эти? Мой дрон тупой. А. Будешь брать? Дроп сейчас. Я, наверное, с МПшкой стану. А он уже упал, да? Да. Тут патроны с этих как бы. Вот может взять. О, я покупаю патроны еще. Купил. Наверное, надо было мне твой план. А я тоже броню, купить. Я тоже броню заказал. Еще там патроны есть. На крыше, да? Не-не-не, там, где вот, там трупы где. Понял. Не вот эти, а вот там внутри. А сейчас давай уже залутаюсь тут, а то сейчас опять дроны затушат. Вот тут. И опять зона. По-моему, ну не сгорят. Я на другой дроп. Давай. Броню у меня, походу, сбили. Заказал по новой. А тут дрончик уже. Уже уносит, да? Пытается он. Не получится, я сбил его. У меня тоже скай. Такой же. Вот патроны есть на дороге. Ты мой скар возьмешь. Окей. А я на дроне. Ну, по-моему, тут сектор может тут. Что-нибудь надо? Не, я на дроне летаю сейчас. Окей, шприц то заказал. Но пока не все далеко, вот тут с мухами стреляют. Вот тут скаут. Показываю стрелку. Может, ты его попробуешь убить? Не за деревом он. Да, за деревом. Не-не, слишком далеко. Ох, понял.
Раз попал только в него и все. За туман ушел. Попробуй ближе подойти, это в финал. Ага. Конечно, могу на вышку залететь. Это опасно, сразу уже увидят. Уже да. Да палят уже все, я тестировал, я запрыгнул, мне сразу в бошку давали. Я этим уже перестал заниматься. Одного нашел. Nice. Второй? А, вот, знаешь. Второй на радио по-прежнему. Сейчас вот отсюда. Ага. У него скал. Вижу. Папа убили. Да-да. Ну, по инфе, чего уже не убить. Блин, ну я как капитан очевидности.